Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это игра The Forgotten Ones. Продолжаем проходить этот страшный мод. Жутковатый мод по Half-Life 2, эпизод 2. Вот. Мы убили в прошлой серии тёлку убили, бабенцию. Она молилась, короче, этому столу, этим очкам, видимо, сидела, молилась. Вот. И продолжаем исследовать особняк. Воу, тихо. Воу, Эдвард! Эдвард какой-то. Дядюшка Эдвард. Там было написано ран, короче, я побежал в первую попавшуюся дверь. Дядюшка Эдвард. Он там? Или он ушел? Ты ушел? Он ушел. Он, походу, ушел куда-то. Куда-то ушел. Здесь какая-то надпись. You still... Still что-то там, короче. Так. Мы, короче, очутились на втором этаже. На втором этаже, куда мы вот не ходили еще. Мы еще здесь не были. Так, здесь дверь завалена. Окей. Дверь завалена, которая вот у нас в той комнате, где молилась бабенция. It's locked. Дверь it's locked. Здесь столько закрытых дверей, короче. И вообще непонятно, куда. Куда нам двигаться, куда идти. Так что будем разбираться. Так, в принципе, я не знаю, у нас много дверей закрытых, и нам нужны ключи. Ключей у нас нет, нужно искать где-то ключи эти. Так, здесь тоже закрыто, типа что-то back, назад, что-то. Излокет. Так, коридоры ведут у нас в столовую все коридоры ведут. Давайте сюда зайдем. А, это назад. Это мы пошли назад. Нет, нам туда не надо. Тут сюда не надо нам. По-моему. Да. Здесь не надо. Здесь мы были, здесь мы вроде все смотрели. Нам бы аптечку еще найти. Было бы вообще здорово. У нас аптечка закончилась. Так. Закрыто. Окей. Давай пойдем через верх. Эта дверь у нас тоже закрыта? Тоже закрыта. Ладно, я понял. Я понял. Идем, короче, туда, куда убежал дядюшка Эдвард. Вроде как он... Ну, я так полагаю, что он убежал сюда. Больше ему некуда убежать. Больше... Нет, мест. Так, это столовая. Мы вернулись в столовую. Окей. Это столовая. Куда пойдем? Мы, кстати, еще не были на улицу. Помните, там был выход на улицу? Вот, наверное. Да, вот сюда вот мы не ходили еще. Мы здесь не были. Давайте посмотрим. Взглянем одним глазком, так сказать. И статуэтка. Так. Вороны. Погоди. А, тут проход. Статуэтка женщины без рук. Это, блин, какая-то... Я не помню, как это же называется, да, по-моему? Есть такая статуя в реале, типа без рук. О, еще одни щипцы, короче.
мы взяли. У нас их двое теперь. Ладно, допустим. Окей, записка. Записка, помните, да? Ставите на паузу, читаете, там, переводите. Так, чувак, ты мертвый? А чё ты... О, очнулся. Начал бить. Так, этот чувак не встает. Может, там доски можно сломать? Погоди. У нас есть кувалда. Давай попробуем. Нет? Нет. Блокит. Двери блокит. Так, дверь туда. И у нас еще хижина. Еще одна хижина. Ну давай, давай по порядку. Давай пойдем по порядку. Заглянем сюда. Сейчас мы с тобой что-нибудь сделаем. Так. Окей. Снова какие-то катакомбы. Упс, я думал, рука чья-то лежит. Досочки. Это типа штука должна была нас напугать. Так, аптечка, отлично. Аптечка-то хорошо. Вот эти штуки, я не знаю, они, наверное, как-то. Они, наверное, взрываются, нет? Если по ним попасть. Ладно, давай спустимся. Давай посмотрим. Так, патроны. Патроны для чего-то. Но явно не для нашего ружья и не для пистолета, слишком длинный. Воу-воу! Твою мать. Так, какое-то ружье. Оп! Твою мать! Ты чё? Ты откуда? Слышь? Твою... Как? Жесть. У меня кровоточит? У меня кровоточит. Ёперный театр, а? Как ты... Как ты вообще здесь очутился? Я его реально не видел. Как... Какого хера? Что за бред? Так, короче, я... вырезал момент, пока я сюда шел, потому что сохраночка была далеко, вот, поэтому я вырезал, короче, чтобы не по 10 раз не смотреть одно и то же, там дядюшку Эдварда, короче, еще, а, ну больше там ничего не было, только дядюшка Эдвард, короче, вот, так. Сейчас там этот гамадрил. Его надо, короче, сейчас загасить. Гади, давай перезарядим сразу, а то у меня тогда неподходящий. Понятно. Неподходящий момент, короче. Так. Ты где? Вон бежит. Хера! Сколько в тебя патронов? Ты с дуба рухнул? Черт! А вот и сохранка, короче. Сохранка и ключ. Ключ. Бери ключ. Мне нужен ключ. Да ключ ты возьми. Да нахрен мне бутылка. Ключ бери. О, отлично. Ключ взяли. Ключ взяли, здесь еще патроны. Но явно не для нашей винтовки. Здесь какая-то винтовка еще, да? Ну, блин. Снайперка так... Нет, мне снайперка больше нравится. Она как-то выносит нормально. Так, давай сохраним. Сохраним прогресс. Спуск вниз. Окей. Так, спустились вниз. Отлично. Тут у нас всякие приблуды. Непонятно, что. Так, здесь не крутится. Окей. It was my first chance to explore the bunker, but unfortunately the door was blocked. Он про банку там сказал. The only way in would be through the basement. The bunker must contain the last secret and hence to destroy the darkness that Schinzel has put on his mansion. Все? Мы с банкой там что-то.
Короче, какой-то текст про банку. Окей, здесь трубы. Может нам откусить трубу? Сломать, не знаю. Нам труба же нужна. Кувалдой, может? Нет, не крутится. Окей. В смысле? Не открыть? Нет, не открыть. Так, а что у нас за ключ? Не пойму, что за ключ, короче. Ладно. Но фишка в том, что у нас есть ключ теперь. Мы можем теперь... Так, давайте сохраним. Никого нет. Давайте сохраним еще раз. Теперь мы можем открыть какие-то двери в особняке. Сейчас еще заглянем, короче, в дом, который вот здесь рядом. Может, там что-то еще интересное есть. Окей, врагов не появилось, да? Давай вот сюда вот заглянем, этот дом. Тут пианино. Рояль. Какая-то локация с роялем, наверное. О-о-о! Погоди, смотри. Ты смотри на этого чудика. Он ползает. Смысла на него тратить, короче, снайперки нет. Он полудохлый. Я думаю, так его загасим. Загасим. Так. Шкаф ни хера не двигается, да, ничего не двигается. Смотрим, смотрим все внимательно, потому что здесь ключи могут лежать. Так, патроны для снайперки, отлично. Для снайперки же, для снайперки. Окей. Так, опасно, опасно, я вышел так с лампой. Ну, так, короче, лампой посветил. Выбрал ружье. Лампой посветил, выбрал ружье. Слышали? Как-то ножницами, да, так? Щик-щик-щик. Ладно, допустим. Вот эти рыцари меня постоянно пугают. Они ч... Такое ощущение, они, блин, они потом оживут, да? Я какую-то ачивку получил, короче, непонятно. Нужен диск. Музыкальный диск сюда нужен. А, из Locket Strange, что-то там. Короче, непонятно, что там. Что-то написано. Охерен. Охеренно. Это новый хит. Новый хит. Рок-н-ролл. Да, давай, детка. Окей. Тут нам ничего не сделать. Ну ладно, погнали, короче, в особняк. Пробовать открывать двери. Так, а в этом ящике ничего нет. Пробовать открывать закрытые двери ключом, который у нас есть. Сохраниться бы еще. Не помешало бы. Ладно, бежим. Бежим. Здесь вроде ничего нового не появилось. Главное не нарваться на дядюшку Эдварда. Это было бы вообще просто эпик фейл, если бы на него нарвались. Короче, так. Вон та дверь у нас закрыта. Давай.
Давай просто на все двери сейчас будем. А, открыто. Вон куда ведут эти двери. Вон куда. Ладно, допустим. Окей. Тут у нас тоже закрытые двери были. Здесь у нас еще тоже закрытые двери. Допустим, давай. Вот они две. Оба две. А, сохранка. Здесь сохранка же есть. Отлично. Сохраняемся. Так. О, да. Просто с первого раза угадал, что за дверь нам нужно открыть. Так, а здесь ничего нет. Здесь только толчок. Что ты, как конь-то? Так, взяли что-то, разводной ключ. Этим разводным ключом можно что-то, короче... Что-то, короче, развести. Ладно, запоминаем, здесь у нас аптечка. Здесь у нас аптечка. О, в смысле? Кто меня там на... Воу-воу-воу, тихо! Тварь, а? Мало того, что я, когда дверь пытался открыть, меня нахлобучили, так она еще и здесь выбежала. Как вообще они так телепортируются, я вот не могу понять. Так, ладно. Ну, хоть аптечку, короче, мы не тратили. Это радует. Это что такое? Патроны. Возьми. А, фул. Ух ты! Появилось то, что у нас полно этих патронов. Крутяк. Так, смотри, для дробаша. Патроны для дробаша. А чё я не могу взять их? В смысле? У нас дробаша не будет? Блин, печально. Это печально. Блин! А снайперку-то... Ай-яй-яй-яй. А почему я вместо пистолета не могу выбрать? Блин. Ладно, запомним. Здесь снайперка у нас лежит. Чё за... Как ты... Что-то криво целится-то? Как он сейчас целится? I've been working on my latest upgrade of the water system. All valves must be opened in order to deliver max pressure to give energy to the generator. This is the only way to keep the bunker lit. If the bunker isn't properly lit, the dark ones will sense any human attention. Разговоры про банку. О, смотри, какие мушкеты. Блин. Хочу такой мушкет. О, смотри, а мы здесь это с кулака можем в челюсть дать. А чё не бьёшь? На. Настик. Настик. Окей. Там кто-то нас... пихал, короче. Во! Слышь, бабенцы. Ладно, допустим, окей. Сохраняемся. Сохранились. Так, здесь и здесь мы посмотрели, где у нас еще двери. Что-то мне такое складывается ощущение, что автомат... Он хоть и скорострельный, но, наверное, маломощный какой-то. Вот здесь дверь. Отлично. Короче, у нас ключ от всех дверей. Ключ от всех дверей. Нихера тут Пикассо. Это бан. Это бан. Чувака виден писюн. Окей, патрон. А интересно, патрон у нас все равно как бы складируется куда-то, наверное, в карман.
то если мы потом возьмем снайперку, у нас это останутся. Воу! Твою мать! Останутся патроны, которые мы набрали. Слышь, откуда? Откуда свалилось-то все? Откуда эти деревяшки упали? Четыре обоймы, неплохо. О, смотри, какая веселая картинка. Да. Вроде с одной стороны весело, да, с другой стороны и не весело нихера. Ладно. Окей. Ну-ка попробую я заскринить. О, еще патроны. Патрон, сколько патронов. Что-то мне это не нравится. Это, короче, библиотека, походу, да? Какая-то. Так, что-то нарисовано здесь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И нарисована какая-то херня, короче. Это, наверное, какая-нибудь подсказка к головоломке, наверное, какой-нибудь. Скорее всего, я думаю. Так, а вот эти места мне не очень нравятся, потому что может куча всего чего-нибудь лежать такого, и мы не заметим нихера. Окей. Оба-на! Ты посмотри, еще тут? Ама что-то. Ама. О-о-о-о-о-о! Посмотри, какой пекаль! Оу! Это ж ништяково! Ты посмотри, мы новый пекаль взяли. Маузер. Давай-ка с Маузером походим. Да? Да. Тут, смотрите, любитель очков Базилио, кота Базилио. Так, ладно, давай посмотрим. Да что ты застреваешь-то? Давай-ка мы лампу возьмем. Так, книга. Ничего нет. Знаете, в таких вот, таким почерком и такие вот заглавные буквы обычно, знаете, в этих каких-нибудь... в сказках, да, там книги, сказки какие-нибудь про тамплиеров, там про всяких там про рыцарей, там круглого стола, короче, описывается. Так, отсюда мы пришли. Да что ты такой дерганый-то, перный театр, а? Так, смотрим здесь. По-любому какой-нибудь ключик. Не может же просто так быть эта комната. Ну хотя Маузер, да, лежал. Может здесь что-нибудь еще есть. Так, ладно. Окей. О, смотри, я же говорю, патроны. Здесь по-любому ключ какой-нибудь должен, может лежать. Еще вот так вот осмотрим, осмотрим. Осмотрим мы тут все, осмотрим. Хера он бежит. Хера он бежит, руками шевелит. Ладно, так, а здесь нет лестницы, да? Мне что-то казалось, здесь лестница будет. А, есть. Короче, здесь ни черта. Здесь ни черта, но если что-то пропустили, будем искать, ходить, бродить. Так, дверь. Дверь здесь. А тут больше нет, да, дверей? Давайте по периметру пройдемся, посмотрим. Окей, погоди. Я возьму оружие на всякий случай. Сохранка. Да? Сохранка. А, нет? Это не сохранка? А, это некрономикон, нихера себе. Здесь это... фашисты, короче, получается, эксперименты проводили с некрономиконом, да, они хотели там, а, наверное, как обычно, этих бессмертных солдат хотели сделать там, да. Оружие массового поражения какой-нибудь, оккультизм, там, оккультные науки, вся такая херня, вся такая херотень. Окей. Ну давай, у нас тут
одна дверь, в принципе, только. Дверь одна, а ходу. Да и дрянь фени. Так, ладно. Давай к столу подойдем. Патроны. Я хочу патроны, погоди. А патроны не взять? У нас максимум, что ли? Ну если максимум, то ты напиши, что максимум, ё-моё. Дебил. Ладно, раз уж пошли сюда, давай пойдем сюда. Окей. Чувак с усиками. Воу! Погоди. Бабенция, погоди. Да, нихера себе! Ты чё так... Чего вы нихера не дохнете-то? Причем упырь, то есть главный герой, он нихера не бежит. Да возьми ты эти долбанные патроны, ну, дебил. Ты будешь брать или нет? Будешь брать или нет? Или нет, будешь брать? Будешь брать? Ты будешь? Я говорю, ты будешь? Твою мать. Да книгу-то отстань от книги. Возьми ты как-нибудь. Нет, книгу он сразу хватает. Дебил. Что с тобой не так, а? Ты спотыкаешься об книгу? Дебил. А, допустим, мне нужна сохранка. Эта херня не открывается. Реально нужна сохранка. Тут я ее в помине нахер не вижу. Так, пианино. Пианино и все дела. Так, погоди, блин. Там еще направо был проход. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Что-то направо. Просто взглянем. Чё, да возьми ты патроны, дебил. Или он их не берет, потому что нахер не надо, у нас не подходит, типа. А это что не берешь? А. Фул. У нас фул. Патроны фул. Да. My good old kid. Good old kid build. Патефон не работает. Да что ты? Споткнулся, пупса. Нет! Ты чё творишь? Аптечка. Это что такое? Что это за дерьмо? Окей. Так, сохранка. Сохранка. Окей. Сохраняемся. И на этом будем, наверное, заканчивать, друзья. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И со всеми был Валерий. Всем пока.